«Встретимся у лавочки Зари Кубани». Такими словами обменялись сотни славянцев в канун Нового года. Дело в том, что 30 декабря в парке имени Григория Пономаренко состоялся розыгрыш призов среди подписчиков районной газеты «Заря Кубани». В Новый год принято дарить подарки, и «Заря Кубани» это с удовольствием делает. Под занавес уходящего года в парке имени Григория Пономаренко развернулся редакционный десант. Повод довольно приятный – розыгрыш подарков среди читателей районки. Вот в таком масштабе мы впервые, конечно, делаем. А нас побудило это просто отношение читателей к нам, доброжелательное, быть рядом, поддержать нас в трудную минуту. Волонтеры, скоморохи, Дед Мороз и Снегурочка развлекали земляков, пришедших в этот день в парк. Сотрудники редакции регистрировали участников розыгрыша, желающим оформляли подписку, после чего закладывали подписные абонементы в лототрон. В проведении розыгрыша большую помощь оказали добрые друзья газеты «Заря Кубани», руководители предприятий Славянского района, индивидуальные предприниматели. Благодаря им участники розыгрыша получили призы – экологически чистую продукцию славянских товаров, производителей, которая стала хорошим дополнением к праздничному новогоднему столу. На праздник газеты и читателя был приглашен глава Славянского района Роман Синьговский. 1930 года «Заря Кубани» пишет летопись истории Славянского района. «Заря Кубани» сегодня друг всех наших предприятий, друг администрации Славянского района. За свои 86 лет она имеет славную историю. Газета изменяется, модернизируется, в зависимости от того, что сегодня требует время. Говорят, что газета – это первый черновик истории. Вот уже более 85 лет историю Славянского района пишет районная газета «Заря Кубани». И все эти годы районку поддерживают верные читатели. О людях пишут, мне нравится, пожелания хорошие. Мы с газетой «Заря Кубани» дружим давно уже. Очень часто газета сообщала о победах нашего внука, поздравляла нас с золотой свадьбой с мужем. Поэтому мы давние друзья этой газеты, они наши друзья. Новогодние призы, подготовленные сотрудниками газеты «Заря Кубани», очень порадовали земляков, пришедших на праздник. Тем более, что каждый получил свой подарок. Такие розыгрыши призов становятся благодарностью подписчикам, читателям за то, что они верны газете, за то, что они ее любят, за то, что идет обратная связь между читателем и редакцией районной газеты. Надежда Калинина, Игорь Ванчугов, Александра Тимовская. Программа «События».